Так, всем привет. Сегодня мне вот прислала Алиэкспресс такую посылочку. В ней чертилка. Довольно-таки такая интересная. Посмотрим, что за хрень. Я даже приготовил кусочек стекла. Что из этого получится? Так, вскрываем. Достаем. Вот она. Это ручка. Вот такая, что у нас еще там? Больше там у нас нет ничего. Довольно-таки такой вещистый. Должно быть. Вот такая штука. Знаете, вот так вот берется и потихонечку выдвигается. Раз, убрали. Так. Есть у нас жестяночка. С нее начнем. Попробуем. То есть чертит она хорошо. Довольно-таки удобная. По-моему, она вся пластмассовая. Хочется разобрать, посмотреть, что за фигня. Вот такой стерженечек, 3 сантиметра длиной. Ну, начнем разбирать. Нифига она не разбирается. Ну да ладно. Стержней запасных нет. Посмотрим. На Алиэкспресс сказано, что режет стекло. Берем поменьше. Вот так. Ну, не знаю, как насчет стекла. Поцарапать она поцарапала. Ну, вот так. Ну, конечно, она не для этого. Старые. Нет. Рисовать точно рисует на стекле. Может, кому-то для художников это будет хорошо. Так, вот такая вот чертилочка пришла. Ссылочка именно на этот магазин, где я брал, пришла довольно-таки быстро. Я оставлю в описании видео.